Глава областного центра Вячеслав Сверчков встретился с педагогами и воспитанниками городского дворца детско-юношеского творчества. Повод самый что ни на есть приятный. В этом году учреждение дополнительного образования детей отмечает 75-летний юбилей. Все это время в дворце кипела жизнь. Воспитанники благодаря своим педагогам достигали высоких успехов в спорте, музыке, различных видах творчества. Дипломы и кубки, которые ребята принесли с собой, лишь сотая часть наград, хранящихся в дворце детско-юношеского творчества. Свои лучшие номера ребята продемонстрировали Вячеславу Сверчкову. Во время встречи выступили воспитанники хоровой капеллы мальчиков и юношей под управлением Александра Жуковского. У нас обучается 2700 детей, 24 детских творческих коллектива, 10 из которых являются образцовыми. Мы празднуем свое 75-летие. Конечно, у нас насыщенная программа. Это у нас и встреча с главой города, наших педагогов и наших ребят. Это у нас и встреча поколений. Это и большой праздничный концерт, который пройдет 25 апреля в ЦК ИО и в ТЭКС.